реализуют памятные акции, наполняют книги памяти, составляют музейные экспозиции. А еще помогают в сборе гуманитарной помощи и реализации полезных акций по всему округу. В администрации муниципалитета состоялось вручение премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Добро ОГО». В числе 6 номинаций, по которым наградили участников, одной из важных является социальный журналист года. Журналист, да, человек, который доносит до общественности информацию, разную информацию. Социальный журналист доносит социально значимую информацию. И среди волонтеров это вдвойне важно и вдвойне почетно, потому что волонтеры – это как люди, которые делают все по зову сердца. Добро – это не слово, а действие, уверен победитель в номинации «Волонтер года». Ренат занимается волонтерством уже 3 года и останавливаться на достигнутом не собирается. У добровольца большие планы на будущее. Огромное количество мероприятий, где получил много новых друзей, много новых знакомств, впечатлений. И думаю, то, что награда была заслужена. Но я со своей подругой заслуживаю это вдвойне. И заслуживает эту награду, заслуживает каждый волонтер, который был с нами. Определение победителей проходило в 2 этапа – оценка экспертного совета и народное голосование. Организаторы уверены, что церемония станет традиционной и будет продолжена в следующем году. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцова».